Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу мод, который добавляет X-Ray Minecraft Pocket Edition. И я сразу всем расскажу, что это за мод. А мод добавляет нам возможность видеть сквозь блоки, то есть мы будем видеть сквозь траву. Но для этого нам придется залезть в такое меню и активировать наш мод, после чего мы должны сломать любой блок. И этот мод у нас включится. Как вы видите, у меня теперь видно все. Я гляжу сквозь траву. Ну, чтобы нам видеть все руды, нам придется поставить здесь галочки. Бедрок я пропущу, так он мне пока не нужен. Вот мы давайте покопаем вниз и увидим, что у нас внизу будет руда. Так, сейчас я выберу место. Давайте здесь. И вы сразу можете увидеть, что у меня сгенерировалась руда. Вот такой читерский мод. Он очень полезен. Ну, я не знаю, чем он полезен, кому он полезен. Но, наверное, он полезен очень на серверах, на которых будет стоять моды. Допустим, там, не знаю. Пока еще таких глобальных модов нет, типа Factorizations, как на ПК. Но если этот мод работал бы на ПК, то было бы круто. Но мод работает на ПК, но, к сожалению, на серверах ПК стоит защита. Так что читы не пройдут. Вот, как видите, также могу включить и отключить его. Чтобы нам отключить этот мод, нам также понадобится залезть в меню, как я показал до этого, отключить галочку и сломать блок. И мод наш, так сказать, отключится. Если вы боитесь, что у вас не прогрузка, то ломайте блок, и X-Ray вас прогрузится дальше. Также мы сможем увидеть и спавнеры, всякие пещеры. Вот. Ну, здесь, как видите, очень много угля. Внизу я уже вроде вижу золото. Лазурит. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.